приобрели растение, и встает вопрос, как его пересадить. Мы покажем это на примере хлорофитума. Какой подобрать горшок? То есть следующий горшок для этого растения должен быть на 2-3 сантиметра повыше и пошире. Хлорофитум можно пересадить в обычный горшочек и поставить его где-то на полочку, там, на холодильник или в какое-то другое вам удобное место. Но чаще хлорофитум выращивают как ампельное растение, поэтому для его выращивания можете использовать подвесное кашпо. Что нам понадобится для пересадки растения? Конечно же, в первую очередь, это нужен цветочный горшок. Вы его выбрали. Нужен будет керамзит, то есть это дренаж на дно горшочка. Грунт. И удобрение. Как происходит пересадка растения? Берете цветочный горшок, в нем обязательно должно быть дренажное отверстие. Засыпаете керамзит. Керамзит засыпается сантиметра полтора-два. Затем засыпается грунт, естественно, чуть-чуть. Вытаскивается растение, ставится в горшочек, и часть заполняется грунтом. Удобрением после пересадки пользуются примерно где-то через месяц, так как в грунте, в котором вы пересадили растение, тех веществ, которым нужно на какое-то время, там достаточно.